1 апреля стартовала подача документов в первые классы школ по месту регистрации ребенка. Для удобства жителей Подмосковья сделать это можно с помощью регионального портала госуслуг до 30 июня. В этот период можно воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры. Подача документов в желаемую школу не по месту регистрации ребенка станет возможной с 6 июля.